Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, какие породы собак идеально подходят для жизни в городе. В начале сентября Российская кинологическая федерация представила список пород собак, которые идеально подходят для жизни в городе. Эти лающие обладают высоким интеллектом и хорошо дрессируются. Некоторые из них даже спокойно переносят отсутствие длительных прогулок на свежем воздухе. Какие собаки были признаны Российской кинологической федерацией идеальными городскими жителями? Давайте разбираться. Вельшкорги – первая порода, которая отлично подходит для жизни в городе. Эти собаки умны, легко обучаемы и тонко чувствуют настроение хозяина. Миниатюрные чихуахуа легко адаптируются к любой обстановке и умеют быстро подстраиваться под ритм жизни своих хозяев. Эти собаки даже могут обходиться без регулярных прогулок на свежем воздухе. Их можно приучить к туалетному лотку. Компактные йоркширские терьеры – идеальные городские жители. Они не нуждаются в большом личном пространстве и серьезных физических нагрузках. Также представители породы отлично уживаются с другими животными и замечательно ладят с детьми. Вестхайленд Вайт-терьеры также хорошо могут чувствовать себя в городской квартире при условии достаточных для них физических нагрузок. Представители породы отличаются энергичностью, они идеально подойдут активным городским жителям. Обаятельные шпицы – замечательные собаки-компаньоны. Благодаря своим небольшим размерам эти животные хорошо чувствуют себя в самых разных городских квартирах. Кроме этого, представители породы спокойно обходятся без серьезных физических нагрузок. Умные послушные пудели хорошо подходят для жизни в городе. Правда, желающим завести себе представителя породы для содержания в квартире, стоит учитывать тот факт, что этим собакам нужны регулярные физические нагрузки. Французский бульдог – еще одна собака, идеально подходящая для жизни в городе. Представители породы самостоятельны и неприхотливы. Они без труда обходятся без длительных прогулок и обожают проводить время рядом со своим хозяином. Английские кокер-спаниели хорошо умеют подстраиваться под ритм жизни своего владельца. Кроме этого, представители породы отличаются самостоятельностью и высоким интеллектом. Цвергшнауцеры хорошо подходят для содержания в городской квартире. Эти собаки имеют небольшие размеры и отлично поддаются дрессировке. Представителей породы отличает невероятная преданность своему хозяину. Такса – прекрасный компаньон для городского жителя. Представители породы неприхотливы и дружелюбны, однако для поддержания хорошего самочувствия им необходимы регулярные физические нагрузки. Таков список идеальных пород собак для жизни в городе по версии Российской кинологической федерации. Если вы обожаете ритм города и не представляете свою жизнь за его пределами, обратите внимание на одну из перечисленных пород. Любая из этих собак станет для вас отличным компаньоном. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!